Инклюзивный театр с участием детей с аутизмом открыли в белорусской столице. Это первый подобный театр в СНГ, который был создан по инициативе родителей, чьи дети страдают этим заболеванием. Организаторы поясняют, главный принцип инклюзивности в том, что все дети имеют равные права. И не только на сцене. К проекту подключились белорусские и зарубежные артисты, а также драматурги, модельеры и музыканты. Сегодня театр объединяет около 100 творческих личностей. Таким мощным творческим коллективом идет подготовка музыкального детектива. Пьеса «Флейта-чародейка» написана на белорусском языке. Готовится к первому спектаклю без малого уже полгода, и оценить новый мюзикл зрители смогут уже в следующую пятницу.